Городской лагерь – это замечательная возможность с пользой для тела провести каникулы, найти новых друзей и научиться чему-то новому. Предстоящим летом в Силламяй, как и в предыдущие годы, при поддержке местного самоуправления будет работать несколько городских лагерей для ребят школьного возраста. Городской лагерь в Силламяй стартует с 14 июня. Для участников будет организована разнообразная спортивная деятельность, игры, экскурсии, а также питание в столовой гимназии. Немножко расскажу о лагере. Это городской лагерь. Сроки проведения с 14 июня по 29, ну, кроме выходных и праздничных дней. Лагерь пройдет в нашем городе на базе спортивного комплекса. И в лагере будут участвовать 5 групп. Это футбольный клуб «Дина», легкая атлетика, тэквондо, плавание и группа свободного лагеря тоже. В каждой группе по 24 человека. Когда вывесили объявление на сайте городского управления, то буквально за день-два, ну, все группы были заполнены. Потому что, ну, дети соскучились уже по лагерям, по коронавирусам, родители хотят, чтобы дети побольше двигались. Поэтому на данный момент лагерь уже, ну, набран полностью, все, есть воспитатели. И с 14 в 8.15 завтрак в эстонской школе уже будет, ну и, соответственно, там же обед как бы. Что еще хочется сказать по лагерю? То, что, ну, все-таки мы решили не делать открытие, коронавирус еще никто не отменял, и закрытие лагеря. То есть каждая группа, она существует в своем режиме, где, ну, воспитатели, руководители групп занимаются детьми. То есть, ну, тренировки там, или походы, или выезды куда-то. В принципе, 29-го, ну, короткий день будет. На этом лагерь как бы закончится. А для тех, кто хочет провести лето не только интересно, но и с пользой для кошелька, приглашают принять участие в трудовом лагере. Помимо работы, у ребят также насыщенная развлекательная программа. Экскурсии, спортивные дни, соревнования и другие интересные мероприятия. В городе Силламяй лето 2021 будет организован трудовой отряд под названием «Малев ЕСН 2021». Трудовой отряд будет проходить с 14 июня и будет длиться до 17 июля. В городе Силламяй будут работать две смены. В каждой смене по 15 человек. Смена будет состоять из 10 рабочих дней. Значит, дети будут в первые половину дня выполнять различные работы, которые будут соответствовать их возрасту в городе Силламяй. Возможно, какая-то уборка, возможно, покраска, возможно, какие-то действия на благоустройство города Силламяй. Вот. Также есть один из идей. Это наш итальянский волонтер разрабатывает молодежную ландшафтную площадку. Сегодня это будет встреча у нас, мы будем обсуждать. Возможно, что-то возьмем на вооружение. Лично меня беспокоит состояние нашего пляжа городского, вот, состояние берега моря. Ну, я, если будет возможность, ну, хотел бы, чтобы дети тоже, ну, провели свой трудовой отряд с пользой для себя, были больше на природе, больше двигались, и была польза для города. Это как бы первая часть дня. Вторая часть дня – это уже различные интеллектуальные игры, встреча с различными представителями госструктуры, это касса по безработице, пожарные, полиция, охрана, может быть, еще какие-то будут организации. Запланирован ряд экскурсий, ну, в другие города, и поэтому мы ждем 30 молодых людей, которые готовы потрудиться на благо города Силламяй и также получить официальную, возможно, первую в жизни заработную плату. На этой неделе у нас будет открытый конкурс. Мы вывешиваем анкеты в электронном виде. Можно анкету взять в открытом молодежном центре. И в течение ближайшего времени мы начнем формирование первая смена. После формирования первой смены мы перейдем к формированию второй. Добро пожаловать в городской лагерь и следите за рекламой на сайте молодой.ее.